Я такой иду по вот этому прекрасному лесу. И вот наконец-то выбрался я на Лысу гору. Так, с чего начать? Вот ягоды. Вот они уже поспели, но я их не буду жрать. Узел связи. Бывший. Так. Так. Мы сейчас сюда. Ой. О, что-то горит. Прикиньте, реально что-то горит. Охренеть. Я надеюсь, пожарные уже выехали. Отсюда хорошо видно, как дымит. Где-то примерно в стороне. Так. Здесь тоже не убрали. А. Да. Людей очень много. Очень ваше популярное место. Тихо, тихо. Вот они, папины друзья. Лежат тут. А чё? Что же горит там вдалеке, интересно. Красота. Я, пожалуй. Дальше, если... О. Ну и пока мы идем непосредственно уже на саму Лысую гору, то хотелось бы сказать, что путь здесь довольно проще, чем на Тип-Тяп. Если знать, как идти. Крест. Здесь я уже когда-то, ну когда-то. В прошлом году я здесь был.
уйти. Иди, иди. Хватит. Пляж. Сюда мы обязательно пойдем. Профессиональный фотограф. Видно хорошо насыпь. Смотри, смотри, вот шмель. Сколько здесь шмелей-то, а? Парша. Так, а зачем здесь острова вот эти вот показать? Вот здесь хорошо видно. Острова. Вот они. Отлично. Вот дорога, по которой я ходил, когда не знал, как пройти. Довольно крутая. О, хорошо видно острова. Там, кстати, замок, то ли Карибальд, то ли еще кого-то. И обрыв. И обрыв. Даже можно пойти вот так вот вниз, чуть-чуть нам спуститься.
Цвета луговые. Цвета. Давайте-ка я спущусь. Вот они, дружбаны. А, здесь уже освоился я. Поселок. Дальше вышка, стадион. Так. Ну, собачки тихо. Ну, некоторые предпочитают на горе жрать, а я предпочитаю дома. Какие цветы, а? Правильно здесь шмелям раздолье. Путь, прямо скажем, не из приятных, но лучше, чем... Жалко, так и не удается мне на те острова заплыть. И на те песочные насыпи, на те. Люди продолжают фотографироваться. Здесь, конечно, тоже можно спуститься, но больно крутой подъем. Еще раз. Запечатлить. Красота. Ну что, заценили, а, вид Собакевича? Приятно. О, еще один дружок. Ну что ты боишься, что на лесу похож? Ну что, теперь обратно
через зеленку, ну то есть через лес. Че ты? Че спокойно? Спокойно. А, вот ты на кого лаешь. Вообще, место здесь, конечно, очень популярное. Чуть-чуть запарился, но ничего, сейчас по лесу пройдусь. Будет лучше. Но это еще не все, конечно. Гору я вам вид с горы показал. Теперь же еще не все. Сейчас пойдем заброшенный пионерлагерь исследовать. О как! А сначала, конечно, лес надо миновать. И смотрите. Короче, всегда любил наблюдать за муравьями, как они трудятся. Вот такой муравейник, но я был обнаружен. Так, вот они работают. Что, не хотите? Не хотите на камеру попасть? Вот уже несут кого-то. Так. Ничего, муравьи трудятся. Короче, когда шел сюда, значит, а вот еще шмель. Короче, когда шел туда, они целую мошку затаскивали к себе. О, вот он. А вот он летит. Крылатый, может это не шмель, может это по-другому называется. Идем дальше. Идем через лес. О, настоящее дупло для доблодятлов. Можно туда, кстати, заглянуть в эту камеру. Вот так вот. Не, надеюсь, ничего не выползет. А? Первый раз камеру в дупле, а? Вот там, блин. Вот оно какое, вид изнутри прям. Очень много народа, прям вообще. Где он? Пикничок на горе организуется. И раз, два, три, четыре, пять. Все. Мы выбрались, короче. Из зеленки. Вот поселок Сатурн. Он огорожен, обособлен. Там можно посмотреть, какие цветочки здесь выращивают. Довольно неплохо выглядит. Не, путь такой не длинный. Вообще на тип-тяв. На тип-тяв. Гораздо труднее подниматься, конечно. Это однозначно. А здесь так идешь, идешь. Постройки. Будка какая-то. Я уж тут спустился. А, это не будка, это бочка проржавевшая. Вот она что. Что-то типа колодец был или что? Непонятно. Так, а там дальше что интересно? А, там овраг, ага, ясно. Но можно выйти вот так вот, посмотреть. Ну, нихера, ну, нифига себе. Ты посмотри,
какое-то капище реальное. Цветы. Что-то мне тут стремновато стоять на самом деле. О, кто-то ползет. Ползет кто-то. Слушайте, тут змей вообще. Я увидел. А, ползет кто-то сквозь кусты. Тест камера засняла? Наверное, нет. Ни хрена себе. Реально кто-то полз. Это большой червяк. Так страшно и одновременно классно. Вон там змеиный обрыв, там они вот и обитают как раз. Теперь понятно. Думаю, что это все байки про змей, байки. Сам увидел. Нихера ж себе. Возможно, это был что-то другое, но ползло, блин, вообще. Еще раз любуемся видами на поселок Сатурн. Ну нихуя наш. Еще одна ласточка. Это мы вот с того обрыва мы спустились. Ага. Ну тут я уже ходил, когда шел на гору. Вроде не... Ну как-то там меня испугал. Реально там кто-то в кустах спрятался, а? Да, вот такой вот обрыв, короче. Вот он. Так приятно видеть, когда семья ходит в горы, а у меня семья одни, но не будем ругаться. А, приятно. Лайка. Еще кто-то тякает вдалеке. Там реально спея ползла. О, я до сих пор в шоке. А ладно, еле хвост увидел, блин. Вот так вот мы обходим шлагбаум. Вот здесь вот там. Дальше Сатурн поселок. Здесь шлагбаум. Машинам не пробраться. Мы обходим вот через эту фигню. А дальше идем пешком. Контейнеры для мусора. Самое интересное еще нас ждет впереди. Заброшенный пионерлагерь.
Так, камеру я пока, наверное, отключу. Вот эта дорога тоже неизвестно куда ведет. Хороший сад. Вот они, заброшенный советский пионерлагерь, остатки былого величия. Вон дома, дальше дома. Давайте заглянем в один из них. Что тут уже все прогнило. Да, уже даже пола нет там. Вот тут вот, в этих самых пионерлагерях, короче, мой батя и проводил лето в СССР. Поэтому, как вы понимаете, я не мог не заглянуть сюда. Да, еще в один дом. Просто полюбуемся, что там. Вот тропинка у нас цивильная. Вот этот трехсекционный дом. Вот раньше здесь дети отдыхали, а сейчас никого нет. Не знаю, что здесь было, столовая, может быть, здесь ночевали. Так, заходишь прям исследовать. Там вы посмотрите, а, прям как... Сталкере, эхо. И зашел в один из домов. Какие-нибудь граффити. Ну, какие-нибудь файс, приз, принц, приз. О, вот. Рисунок. И что вот в этих вот лагерях. Много кто проводил. Посмотрите, потолки еще целы. Потолки еще целы, а? Посмотри. Ну, думаю, в остальных также. А здесь пол у них хорошо сохранился, конечно. Там легко можно идти. Опля. Еще один домик. Ну, можно в те, но я думаю, что еще один домик, и им мы должны уже идти. У нас два отделения осталось. А, тут не подобраться, да, тут лестница была, здесь не подобраться. Ну, что значит, пойдем тогда в тот. Пойдем в тот по поляне, аккуратно. Вот тут вот клумбы были, это 100%. Сейчас все загажено. Ну-ка, а в тот-то можно забраться, а? Репей. Пол вскрыт, кстати. Ну-ка. Да, здесь уже конкретно все прогнило. А, вот толчок, значит, здесь были туалеты, я понял. Пионерлагерь Дружба или Зорька, или как он там назывался. Такая хренотень. Вот, блядь, кто-то ползет.
Кто-то там ползет, а вдруг какой-нибудь. Так, я здесь. Аккуратно. Кто-то там ползет, поэтому меня, естественно, чуть это спугнуло. Но зато мы в двух домах побывали. Тут тоже ничего. Тут тоже очень даже интересно, конечно, все граффити, все здесь. Уйди. Уйди. Надо выбираться, конечно, уже. И нам топать на пляж. А вторую, получается, видел. Возможно, это была собака. Может быть, не змея, но у страха, как известно, глаза велики. Да я так уже вам снял эти две заброшки. Так что, думаю, есть над чем вам порассуждать, поразмыслить. Вот так вот домик выглядит, пионерский, если идти с дороги. Вот она, короче, тропа. И по этой тропе я в 2018 шастал прям на гору. Прям вот по этой тропе. Было непросто. Оказывается, там есть обходной путь, о котором я не знал. Сейчас мы идем. Мы на пляж, конечно, пойдем, но сначала мы пойдем к подножью горы. Так, идем, идем. Спуск, 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 спуск. И вот тут такая дорожка. Дальше на пляж. То есть этот подъем не берет он, да? А нам? Какой подъем, никакой электрический не возьмет. А нам на подножье горы еще надо успеть запечатлить. Вот здесь вот я подымался. Были времена, конечно, 2 года назад. Можно на этой вышине, в принципе, небольшую и сейчас подняться. Вот на такой раз, два. Оп. 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 Ну все. Дальше не буду. Ну хотя, еще вот так вот. Чуть-чуть. Вот я прям на подножье. Мы были наверху. А сейчас мы на подножье. Воробей. Какие-то сосны. Пихты. Люди спускаются. Ты смотри, а как воробей низко. Так. Пожалуй, мне тоже надо здесь спускаться. Оп. 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 Так. Интересно, как женщина сейчас пройдет. Наверное, вот здесь вот. По этой тропе. Так, и мы по ней тоже идем. Ну да. Тяжело идти. А вот здесь тоже можно спуститься.
А вы могли там обойти? Там по лесу. Не знаю, пути, я тут знаю. А там нет, там вот так вот и до магазина. А-а-а. Да, да. Ну, здесь более крутой подъем. Я здесь шастал, я знаю. Да. Вот такие вот эти деревья. Ну все, мы сейчас тоже спустимся. Вид на коттеджный поселок бесценно. Вот Лысая гора, я наконец-таки на пляже. Пляж, скамейки для сидения. Все, кабинка, людей. Ну, людей есть, народ. Не могу сказать, что много, но есть. А вот непосредственно вид на нашу гору красавицу, которую мы на том холме были, а? Вот. Вот она так выглядит. Какая же красота. А дальше вот каменные утесы и пещеры дальше. Вот они. Выпирают. А я такой здесь стою на трубе. И сейчас мы обязательно окунемся. Сейчас мы окунемся. Но для этого надо водный фильтр поставить, короче. Я уже в трусиках и иду, короче. Короче, иду. Окунаться так. Надежно, все, водный фильтр закреплен. Труба. Давайте заглянем в эту трубу. Почему бы и нет. Там еще вода теплая, очень теплая вода, очень мне нравится. Ну и конечно же видно на гору, где вы были. Труба. Ну-ка камеру сейчас окуну камеру, говорю. Что, работает? Работает отлично. Все хорошо. Идем дальше. Вот, хорошо. Вот. А здесь камни. Камни, осторожно. Так вот он выглядит, пляж. Ой-ой-ой, а меня тянет. На дно меня тянет. Но сначала мы поплаваем. Водичка холодненькая. Ну все. Все, плывем. Я плыву. Ух, какая холодная вода после нашего путешествия. И сколько народа все равно на этой горе. Ох. Ну чё, нырнем по старой русской традиции, нырнем. Давайте плывем. Я плыву. Холодненько, нормально. Самое то после горы. Вот вид на те острова. Там тоже народ купается, я вижу вдалеке. Можно посидеть в кафе. Давайте-ка поищем. Попробуем захватить дно. Посмотрим, что там камера снимет. Не достал чуть-чуть. Не достал дно.
прокачусь. А, класс, класс. Ура. Я доволен. Дальше там копотев овраг начинается, можно было и дальше еще скатить. Но сила не безграничная, конечно. Понятно. Ну-ка. А, дно обещал. Обещал дно вам. Ну сейчас. Ой, хорошо. Хорошо. Вот так плывем. Облака. О, облака, да? Облака. Вот. Мужик вдалеке купается. Ну-ка вот дно, дно нащупал. Ну, вот сейчас мы и будем снимать, что там на дне. Все лежит какие-нибудь, может быть, ракушки. Все, ныряем. Раз, два, три. Нащупал камень. Камень нащупал. Сейчас мы его... Давайте поплывем. Культурно отдыхаем. А вдалеке город виднеется, не знаю. Видно, нет, сейчас попробуем. Ну, захватить. Ну-ка, еще. Яхта. Богатые люди здесь живут. Точно не для Морбина. О, не, все, я уже. О, я. Меня уже сносит течением. Сносит. О! Как же я устал. Ох, как я устал. Должны, конечно же, так эпично выйти из воды всех опрызгов. Да бля, как же тут я далеко-то уфул? Еще одна нет. Хорошо. Хорошо. Выходим из речки. Палка. Посмотри, провод какой-то тут валяется на дне. Выплыли. А чё? В заключение хотелось бы сказать, отдыхайте дома в Самарской области. Нормально. Сначала холодное, а потом нормально.